Привет, Левчик. Привет. Привет. Будем играть в... Во что? В Чазам. Да. Это одна из двух каноничных видеоигр по вселенной Чужих. И фанатами она по праву считается полноценной частью. Когда возьмешь пистолет и найдешь Чужого, ты будешь стоять. Лёвчик, все не так просто. Чужого не убить. Да. Просто так тут это не делается. От него надо прятаться. А от Чужого не спрячешься. Да. Ну так что, будем играть? Будем играть. Да. О, Настромо. Да, Настромо это, конечно, сплошные катакомбы. Там ничего не понятно. Так что, Левчик, будешь мышкой вертеть? А я буду ходить, да? Нет. Да? Я буду ходить, это мышка. Наоборот, сначала ты будешь мышкой вертеть, а я буду ходить. А потом поменяемся, понял? Угу. Все. Договорились. Рипли, Ламберт, Паркер, Эш, Даллас. Будем Далласом играть. Тут все прям так вообще выверено. Так, они хотят Чужого заманить кое-куда. Для этого надо в канализации полазить. Если брать во внимание фильм, по фильму в канализацию лез Даллас. Так, давай Паркер. Далласом будем играть. Вот Даллас. Будем им играть. О, Ностромо. Шеврон. Да. О, Эш. Злобный тип. Да, плохой. Эш? Да. Да, он плохой. Да, ну, просто... хоть, но крутой, зараза. Может, Рипли будем играть? Вон она, глянь, какая Рипли. Давай Эшем. А Эшем нельзя. Почему? Рипли, Паркер, Даллас. Ну, потому что Эш, чё? Что Эш? Ну, синтетик. Чё, Далласом будем играть? Да. Ладно, давай Далласом. Как было в фильме, по канону. Так, ну чё, ты будешь давай мышкой верти. Да? Понял? Да. Так что, все. Так, ну что, будем заманивать Чужого в эту в комнату, которая отделяется. Вот Ламберт сидит, плачет, как всегда. Почему она плачет? Да, потому что все плохо. Левчик. Двоих человек уже сожрали, понимаешь? Кот еще неизвестно, что с ним происходит, с котом. Котом, знаешь, что происходит? Нет. Суп с котом. Суп с котом. О, глянь, скафандры. Да, я их видела. Так, давай я поворачивай туда. Да. Где-то надо танчить, там дыру. Подожди, повернись-ка. Да. Еще повернись на... Так, нет, мы не туда идем. Давай туда. Блин, вот я же говорю, этот Настромо, это катакомбы сплошные. Ой, зачем мы сюда пришли? Обратно поворачивай. Да. А, идем отсюда. Нам не сюда надо. Да. Да. Поворачивай. А, не, не надо поворачивать. Идем. А, не, поверни. На. Да, туда, 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 туда. Подожди, я стою, возьму хлам какой-нибудь там. Оп, все, пошли. Это что за хлам? Да, чтобы аптечку сделать. А, у нас недостаточно средств для этого. Так, мы обратно пришли. Ёлы-палы. Все равно повернись. Повернись. Блин. Стой, 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 еще мы вот зайдем вот в эту каморку. Повернись. Видишь, вот это все? Да. Все строго по фильму, как было прям. Еще повернись. Во, посмотри. Да куда ты? Вон на плакат посмотри, Левчик в стену он уставился, как кот. Джин Молло. Вот от этого вымышленного певца тащились настромовцы. Прикинь? Ладно, пойдем. Да, туда, давай. А мы опять не туда идем. Блин. Вон туда, наверное. Надо. Ёлы-палы. Да. О, вот сюда теперь пришли. Лидл. Стоп. О, Рипли. Рипли. Куда ты повернулся? О, вот она сидит, грустит. И пошла куда-то. Ладно, черт. Давай возьмем. Ладно, мы сюда еще вернемся. Подожди. Повернись. Как? Туда повернись обратно. Вот. Не туда.
Вот сюда давай, к маме зайдем. О, звук даже. О, прикинь, мама. Осмотрись тут, чтобы зритель все видел. На потолок посмотри. Супер, ладно, пойдем. Взаимодействовать с мамой тут нельзя. Не тот случай. Ладно, поворачивайся давай. Давай туда пойдем. Нам не надо туда пока. Нам что надо-то? Нам надо сейчас к Эшу зайти. Давай к Эшу зайдем. А карта у нас есть? Карта. Да, вот карта Нострома. Офигеть! Где чужой? Да нет пока чужого. Поворачивай налево. Бип-бип-буп. Поворачивай налево. 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 Да, молодец. Эш стоит. О, да, вот на этой бодейке осматривали Кейна. Это существо быстро адаптируется в новой обстановке. Ну что ты говоришь? С айфоном. Ладно, давай поворачивай обратно. Пойдем. Пойдем. А, господи, нам же надо, как его, дьявола. Да, нам на мостик надо забрать там всякие штуки-дрюки. Побежим давай, а то что мы как улиточки? Да. Да ёлы-палы, мы опять сюда пришли. Как они вообще ориентировались на этом корабле, а? Вот сюда давай, да молодец, Лёвчик. Уже понял, что я хочу. Вот туда давай пойдем. Давай. Нет, не туда. Сюда. А, давай. Да, вот сюда, давай. Дым. А, давай, поверни туда. Давай туда. Давай. Да, Лёвчик, не надо нам туда. Ну, я думал туда. Где мостик-то? Эу. Да что ты... Блин. Давай прямо. Побежали. Вот сюда, наверное, надо. Вот туда. Да. Наверное, да. Сто пудов туда. Ставлю 500 рублей у мироздания. Мироздание должно мне 500 рублей. Все. Опа. О, огнемет. Прям как вообще. Супер. Радар у нас даже есть. Так, ну что, пойдем. Искать чужого. Давай, идем. Блин. Да, поворачивай, умей поворачивать. Так, что же мне нужно? Вон, Эш стоит. Все, она стоит. Система безопасности заблокировала ряд дверей. Давай туда. Снаряжение вам давай. Остается подбирать по ходу дела. Увы, бортовой компьютер тут сыграл против нас. Удачи. Люк за вами я на всякий случай закрою. Ну, закрывай. Давайте, увидимся на той стороне. Давай, я поворачиваюсь и идем куда-нибудь. Будем пытаться чужого заманить. Чё? Когда чужой появится, установлюсь. А туда, ладно. Повернись. Сюда нам не надо. Ну-ка. Вот сюда, может? Чужого? Где? Чё? А, нет, чужого. Давай туда пойдем. Мне пофигу, я тут сейчас буду... Вообще по-хорошему, тут надо тихо ходить. Так, он уже рядом. Почему ты туда повернулся, если по радару он не там? Повернись. Лёва, ты чё? Вон он там, видишь, он ходит там где-то. Пойдем. Тут надо очень тихо, потому что чужой он, зараза, все слышит. Ой! Ой-ой-ой. Все, нас убили. Прикинь, Лёвчик, мы нас съели. Да вообще нету. Неинтересно. Неинтересно? Да, потому что чужой нас не убивает, это неинтересно. Да? Да. Давайте, увидимся. Ладно, к черту. Давай-ка. Теперь давай-ка... Вот, блин. А, сейчас.
компанию за Аманду. Вот знаешь, вот Эллен Рипли кто такая? Нет. Ты что, Рипли не знаешь? Ты что, Рипли? А. Вот у Рипли, у ней была дочка, Аманда Рипли. Представляешь? Вот. Сейчас мы... Две Рипли. Две Рипли. А кто же знает, может, еще третий да будет? Да вообще. Вон, сейчас Ридли Скотт уже съемки начались. Чужой Ковенант. Уже прикинь, не съемки начались. Так, все, давай, ты будешь ходить, я камеру вертеть. Понял? О, на... А, это Севастополь. Станция Севастополь. Станция Севастополь. Севастополь, да. Ну что же, пойдем. Вон, давай к синтетику подойдем. Мы еще не зарегистрированы на этой станции. На станции анархия происходит, люди друг друга мочат. Чужой какой-то тварюга всех пожирает. А синтетикам хоть бы что, они, у них программа. Они... Пойдите, пожалуйста. Пламя скоро займутся. У них голос какой. Да. Так, идем. Вообще. Так, из чего у нас револьвер есть? И палка. Да. Вон, два синтетика стоят. Да, говорят чуть. Куда это он? Остановись. Мне нужно к пульту управления спутником. Отойди ты от него, что ты так прижался к нему? Это срочно. Дух, что ты так прижался? Что происходит? Дух, ты че? Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к чему? Блин, ты посмотри, какие они резиновые, а? Ужас. Давай-ка его побьем. Левчик, нажимай Е, быстро, Е, нажимай, Левчик. Давай, давай, Е, нажимай, быстро. Да... Господи, нас сейчас убьют нафиг, Левчик. На рабочих андроидов можно положить. Один секретарь всегда сходит на наших руках. Видишь, ему пофиг, из него молоко белое льется. Он боли не чувствует, козел такой. Все, мы его убили. У него кровь такая есть. Да, у него кровь белая, представляешь? Да, молоко. Я знаю, что надо делать. Давай-ка в другую игру по чужим поиграем, давай. Да? Это вот была Alien Isolation, а есть Alien Colonial Marines. Да, так по-английски говорят. Это первая каноничная игра по чужим. Тоже одна из двух. Вот в той, которую мы сейчас играли, в ее создании принимали участие Ридли Скотт и 20-й век Фокс. Ридли Скотт — это режиссер первого «Чужого». В создании этой игры принимал участие Джеймс Кэмерон и 20-й век Фокс. Ну и, разумеется, в обеих играх принимали участие фанаты. Давай к самого начала, да? Да, я хочу Half-Life. Потом Half-Life. Half-Life подождет, понял? Подождет. Да, подождет. Вот, это Хиггс, который как тебе объяснить, Лёшик, ты же не смотрел фильм, господи. Ну, короче говоря, это Хиггс. Фанат поет. Хиггс, он в Африке Хиггс. Выжили. Капрал Хиггс, одна женщина, одна девочка и андроид. О, прикинь, андроид, вот. Тебе вот рассказать предысторию, не рассказать, не знаю. Наверное, не буду рассказывать. Надо тебе просто фильм посмотреть. Не хочу. Не хочешь фильм смотреть? Ну и зря. Ладно. Я пропустил этот вступительный ролик, потому что ты там ничего не поймешь. Пойдем. Сейчас. Да. Да, куча. Ну вот, пойдем, давай. Заходи. Нажимай Е. Молодец. Пойдем. Остановись. Ой. Вот, давай, пошли. Пошли. Сулако. Ну что ты остановился? Идем. Просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Так, стоп. Что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, уже взлетели. Блин, как это держать-то? Ладно, пойдем. Срыв на Сулако! Давление падает! Давление падает. Это Рейдер 6-5. Ну, пойдем, пойдем, Лёшка, не останавливайся. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Ой. А мы сейчас, кстати, знаешь, кого увидим? 20 минут до ноги Бишопа. Ну, Бишоп сейчас увидим, половинку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны,
отрубим эту штуку. Че ты вплотную прижался к двери? Пойдем. Сейчас она откроется. Тут ждать надо. Пока воздух там выключит, все такое. Тут это продуманная штука. Пойдем. Здесь погибшие и раненые. Немедленно. Куда ты пошел, Левчик? Для оказания помощи. Куда раненым иди? Морпехам. Рино 2-1. Стоять. Не выйдет 2-1. Включи фонарик. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы там же где обычно вот. Соединитель. Это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. График классный тут. 2-1. Как там дела у 2-3? Зачем его ударят на живот? Чтобы он дышал. Так вот, Левчик, рассказывайте историю. Рипли, Ньют, Хиггс и Бишоп, они в конце второго фильма полетели домой, на Землю. А в начале третьего фильма выяснилось, что они не долетели и померли все. А вот эта игра рассказывает, что было после того, как они улетели на Сулака, на корабле. Понимаешь, Левчик? Вот. Корабль-то остался в космосе летать. И тут выясняется, что происходит на корабле. Пока идут события Чужого 3. Прикинь? Вот так. Ну давай, ходи, ходи, ходи. Лёх, что ты встал-то? О! Сифора. Стой, стой, стой. Следую по направлению к 2-3. Так. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Видишь, что? Прикинь, все по фильму. Офигеть. О, давай подойдем. Подойдем. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Стой. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Прикинь. Тогда найди разговорчивую половину. Фу. Конец связи. Чё, фу? Белые кишки, все дела. Ладно, пойдем. А, туда нужно. Нажимай. Я. Нажимай, Е. Молодец. Идем. Так, постой. Идем, идем, идем. Нажимай Е. О! Стой, идем, 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 Левчик. Стой. Супер. Ну идем. Ну. Похоже на отстрелянные криокапсулы. Пойдем. Зачем туда засунул? Нажимай Е. Я не знаю, ты нас ведешь куда-то. Так, нажимай Е. Сейчас будем дверь отпиливать. Ну, пойдем. Твою мать. Капитан, вы это видите? Видишь, тут все в чужих, в чужовьих соплях. Ой, Левчик, что ты вовремя не останавливаешься, а? Боже, нет. Что за... Иди, Левчик, иди. Камера? Что? Идем. Где я? Ну подойди к нему. Витер! Левчик. Левчик, ты что остановился, а? Вытащи меня отсюда! Нажимай Е. Вот, молодец. Ой-ой-ой! Е, нажимай! Е-е-е! Давай, 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 быстро, быстро, быстро! Е, давай, давай, давай! Все, нас убили, Левчик. Поздравляю тебя! А знаешь почему? Потому что ты Е не нажимал. Вот так вот в мире чужих, вот так вот, понимаешь, вот Рипли, она долго прожила, потому что она Е нажимала. Вот, вот так вот, Левчик. Ладно, давай ты будешь Half-Life играть. Да? Да. Да. Будешь Half-Life играть? У нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Half-Life. Да. Ну так чё? Чё, Левчик? Будем играть такой. Такой? Да. Да? Давай. Сейчас будет песенка, Левчик. Первый Half-Life, 98 год. Ужас. Сколько времени прошло? Я такой уже старик. О, песенка. Вот он.
Вот он. Дядя с глазом. Дядя с вентилем из глаза, да. А. Ну что, давай. Отнимаем. Нет, 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 зачем новую игру-то? Почему? Ну ладно. А, тренировку вообще включил. Ну ладно, идем. Welcome to the Black Mesa Hazard Course, where you'll be trained in the use of the hazardous environment suit. I am your holographic assistant. Давай новую игру. Новую игру. Новую игру. New game. Я же тебя учил по-английски читать. Давай, нажимай. Вот, easy, давай. Ты же на харде не сможешь. Окей. Вот новая игра. Good morning, and welcome вот он, знаменитый поезд. Знаменитый. О, а кто это там сейчас в дверь стучится? Охранник. Охранник. А как его зовут? Как его зовут, девочка? Забыл. Да.